Даугавпилский арт-центр имени Марка Ротко разработал специальную годовую карту для индивидуального пользования, которая позволяет посещать все постоянные и сменные экспозиции центра Ротко неограниченное количество раз на протяжении всего года. Это дает возможность осматривать оригинальные работы Марка Ротко и работы 4 больших выставочных сезонов, в совокупности порядка 50 выставочных проектов латвийских и зарубежных художников. Концепт этой карты, которую можно приобрести как для себя, так и в качестве отличного подарка для родных и близких, был вдохновлен аналогичным предложением Латвийского национального художественного музея и мировой практикой арт-центров. Годовая карта – это большое новшество в нашем арт-центре имени Марка Ротко. Но надо сказать, что это довольно распространенное явление во многих выставочных центрах и музеях мира. Мы подходили к этой идее постепенно и взвешенно и пришли к выводу, что и нам стоит предложить нечто аналогичное нашим посетителям. Для осуществления этого мы также связались с Латвийским национальным художественным музеем. У них такая карта называется «Входным билетом на весь год». Используя их опыт и советы, мы разработали свое предложение. Годовую карту можно приобрести, заполнив анкету непосредственно в центре Ротко или на домашней странице арт-центра. Стоимость карты 36 евро. Предъявив соответствующее удостоверение, школьники, студенты и пенсионеры могут купить карту за полцены – 18 евро. Обладатели годовой карты смогут не только посещать все выставки арт-центра в неограниченном количестве, но и использовать особые предложения, о которых будут высылаться индивидуальные уведомления. Пока мы хотели бы сохранить небольшую интригу для наших посетителей, что именно это будут за бонусы. Но мы однозначно будем думать о том, что может действительно понравиться и быть интересным для наших гостей, ценителей искусства. Поэтому всю информацию об особом предложении они получат лично на свою электронную почту. Арт-центр Ротко напоминает, что в это воскресенье 18 октября на протяжении всего дня осмотр сменных экспозиций будет доступен по акционным ценам. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.